И всем привет, с вами Портик. Это мой новый ролик на этом канале. И знаете что? Знаете, в этом ролике я потратил деньги. И вас просто прошу, подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Все, ребята, я потратил деньги, и я хочу, чтобы вы меня поддержали, вам трудно, мне приятно. И знаете, на что я потратил деньги? Что меня оценил ютубер Максимка. У него долго не было роликов, он наконец-то он вышел, и также вышел стрим. И там я ему задонил, чтобы же он оценил мой канал. И он оценил его, и также там некоторые моменты он будет говорить, что я тебе писал, или же что-то другое, и я буду вставлять ставки, чтобы вы понимали все. Ну что, переходим к нашей оценке. Все, что он оценил, мне как сказал, погнали! Минус Русу. А форма, в принципе, неплохая у тебя, Портик. Неплохая. Клювишки такие хорошие, красочные. Где-то немного пустые, но неплохие. Видео я смотрел последнее, я тебе говорил, что не так. В чате весело. Не знаю, какой у меня любимый браузер. Пока что никакой. Наверное. 14 зрителей. Мощно. Портик, хороший канал, в принципе. Развивайся. Немножко поработай в самих видео, над видео. Хорошо сказал. Ребята, вот такая оценочка у нас получилась. Он выговорил мнение обо мне. Спасибо, Макситка, за такое мнение. Я надеюсь, ты посмотришь этот ролик и напишешь комментарий. Спасибо за такую хорошую оценочку. Я буду стараться, все, что ты сказал, я буду поправлять. Ребята, я надеюсь, вам понравился этот ролик. И да. В прошлом ролике вы набрали много дизлайков. Знаете почему? Я сначала расстроился, но потом понял, что кто-то либо их накрутил, либо вам не понравилась эта рубрика. Я тогда не буду больше снимать про нее, а буду снимать другие рубрики. Но я вам хочу сказать всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!